Приветствую вас, Андрей. Смотрите. В первую очередь хочется сказать, что у вас наблюдается тревожность. Тревожность достаточно серьезно чувствуется, достаточно сильно она чувствуется у вас, то, что вы тревожитесь. И у тревожности, конечно, есть свои причины. Вот. То есть вот то, что вы тревожны, да, это связано с тем, как вы относитесь к своим чувствам, в первую очередь. То есть вы переживаете из-за чего-то, по поводу чего-то. Вот. Вы нервничаете, беспокоитесь, вот, по поводу чего-то. И, соответственно, это первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Это прям первое. Потому что подобное мешает вам, мешает очень сильно, на мой взгляд, да, вот именно тревожность ваша, в первую очередь. Второе, конечно, очень важно то, как вы выстраиваете отношения с девушками, да, то есть какие у вас какие у вас отношения? Как вы воспринимаете девушек, вот, потому что, опять же, вполне вероятно, что вам не хватает страсти, вам не хватает именно сексуального влечения к девушке. Вот. И вы слишком сильно, может быть, зациклены именно на самом сексе, как таковом. Вот, то есть, ну, то есть, пытаетесь именно процесс контролировать, процесс пытаетесь. Вот, что, конечно же, не может идти вам на пользу, вот, потому что как бы, ну, условно говоря, да, искажается сам процесс занятия сексом, вот, и если ну, пытаться контролировать процесс, вот, то ничего хорошего из этого не будет. Вот. Ну, опять же, по идее, вы сами уже в этом должны были убедиться. Чтобы процесс не контролировать, или чтобы контролировать его меньше, вам желательно вот как раз смотреть на то, как именно вы воспринимаете девушку. Вот. Как конкретно вы воспринимаете девушку. Что девушка для вас себя представляет. Вот. Это достаточно важный момент. Вот. И, соответственно, с него как бы многие вещи начинаются. Вот. В частности, с него начинается ваше мужское поведение.
то есть вот поведение вас именно как мужчину. Вот, и, соответственно, если с таким поведением у вас есть определенные трудности, то ситуация будет достаточно негативной. Вот. А ну, что касается физиологии, то здесь, как справедливо сказал мой коллега, вам лучше обратиться к врачу, да, для того, чтобы эту проблему разрешить. Потому что с физиологическими причинами психологи не работают. Ну, но я думаю, что если вы разберетесь со своей тревожностью, если вы поисследуете ее, если вы снизите в том числе свою тревожность, вот, то проблема секса решится. Вот, конечно, необходимо будет в том числе, наверное, изменить вот само, если угодно, сам подход к взаимодействию с девушками, вот, потому что то, как вы сейчас с ними взаимодействуете, вызывает некоторые вопросы, к сожалению. А вы, если вы не уверены в себе, да, а вы, если сомневаетесь в себе, то вам может быть сложно. Вот, вам может быть сложно. Поэтому здесь вот такой очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Да, вы, конечно, привыкли, то есть у вас есть определенная привычка, вот, безусловно, а привычка здесь никуда не деться, вот, но это нормально. Да, рекомендовал бы вам сейчас не использовать самоудовлетворение в качестве реализации сексуальной потенции. Вот. Рекомендовал бы вам, наверное, в большей степени стараться ориентироваться исключительно только на непосредственный контакт с партнершей, вот. Но при этом, мне кажется, очень важно, чтобы этот самый контакт с партнершей был, в том числе, наверное, духовным, вот. Чтобы сексуальный контакт с вашей партнершей был максимально, скажем так, глубоким, вот. Тогда у вас, появится возможность для того, чтобы свою проблему решить. Тогда у вас появится возможность получать удовольствие от секса. Вот. С другой стороны, очень важно, чтобы непосредственно в
самом сексе, непосредственно в самом сексе, вы хотели бы доставить наслаждение, удовольствие себе. То есть, чтобы вы вот, ну, чтобы это делали для себя. Чтобы вы не ставили первой для себя целью, да, удовлетворить девушку. Удовлетворить девушку, конечно, нужно. Удовлетворить своего партнера нужно и важно. Вот. Но в вашем случае, возможно, лучшим решением будет как раз-таки ориентир на себя. В вашем случае, как раз-таки лучшим, вероятно, будет как бы, ну, такая вот позиция, что я это делаю для себя. Я хочу именно для себя. Хочу. И удовольствие хочу получить я сам. И в первую очередь. Такая вот история. Такой момент. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотел вам сказать пока что. Вот. Я надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.